Добрый день, друзья. Вот мы видим с вами, рассмотрим такой проект, как Kikzie. Пишет транзакции мирового потребления товаров и услуг через запатентованные, ну, серые дополнительные реальности Kikzie и надежные цифровые файлы. Разблокировка глобального рынка экономики для 3 миллиардов пользователей смартфонов, участие в мировом потреблении товаров и услуг домохозяйств на сумму 48 триллионов долларов США. Монетизация использования фотографий, видео, социальных взаимодействий пользователей смартфонов. Такая вот идея этого проекта. Новое поколение блокчейн для каждого. Вот, можно ввести свой email и присоединиться к проекту сейчас. Данный токен, ну, вот видео, кстати, проект можно посмотреть. Сейчас не буду смотреть, чтобы время не тратить, так как не иду к просмотру. Это криптовалюта на блокчейне эфира представляет какую-то реальность, имеет транзакции между, ну, смартфоном, пользователями смартфонами, большими-большими товарами и сервисами услуг. Нет. Да, продажи доступны персонал. Да, я понимаю, не, ну, для не Соединенных Штатов людей и аккредитов не Соединенных Штатов. Команда проекта. Достаточно подробная информация о команде. Вот. Но если недостаточно, в любом случае можете поискать информацию об интересующем вас члене команды в интернете. Партнеры проекта: Асим Саид, Джон Грей, Сергей Бушак. Документ, вот white paper проекта, структура токена. Информацию white paper это я оставлю в описании под видео, ссылку. Дорожная карта. Сама технология появилась в первом квадрате 2018 года, в начале этого года. Вот каждый вот этап вот ведь прописан. И карта прописана ну, в общем, практически до конца 2020 года. Вот, информация будет распределена такие, она, конечно, большая часть идет на SEO, основные продажи. Вот. Ну и часть идет на разработку. Маркетинг, поддержка команды. Вот такой вот проект достаточно интересный. Я все ссылки на этот проект будут в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока!